В Дагестане пошел потоп. Это улица в нашем поселке. Это центральная улица в нашем поселке. Его подготовили под асфальтирование. Асфальт уложили на 30-40%. Ну, короче, от него уже ничего не осталось. Не успели, ребят, по нанотехнологии уложить асфальт. Хотя уже уложен асфальт, уже его подняло, его уже там нет. Даже месяца не прошло, как первый слой положили. Да, потоп конкретный. Это еще дождя нет, дождь закончился почти, а еще лужи остались. Здесь лежит новый асфальт, уже подняло его, офигеть. Вот то, что стало от асфальта, осталось. Уже яма здесь. Здесь лежал асфальт, максимум неделю назад его уложили. Махачкала плывет. Дагестанские потопы. Что интересно, на верхней улице по уровню вода есть, а по нижней улице, которая склон, там воды нет. Как бы законы физики Махачкале не работают. Нечего поставить трубу водоотвод в нижнюю сторону.